До премьеры всего пара прогонов, но режиссер продолжает вносить изменения в спектакль. По бродвейской системе этот мюзикл поставлен всего за 6 недель, поэтому артисты переобуваются на ходу. Вот только что был прогон, один из артистов не успел переодеть чулки, и мы вдруг приняли решение, что окей, вот они все будут в красных чулках и в черных мундирах. И вот постоянно происходит что-то, мы что-то добавляем, мы что-то меняем, мы что-то, может быть, после этого прогона еще что-то поменяем, после вечернего еще что-то. И к премьере уже... Это нормально, такая бродвейская практика. За 2 часа на сцене Джакомо Казанова полностью меняется. Из пылкого юноши превращается в беспощадного сердцееда. Встретив свое альтер-эго в женском обличье, молодой человек влюбляется в авантюристку. Но после короткой любви наступает неизбежная разлука. Это девушка-авантюристка, это девушка-загадка, которая, будучи невестой короля, забралась в окно к чужому мужчине. Это игра, это эксперимент, это любопытство. Она искренняя абсолютно. То есть это непосредственность, это... живое желание, какой-то вот жажды жизни. Драма разворачивается в интерьерах классического итальянского дворца. Тяжелый мрамор заменили легким алюминием. Металлическое кружево варили сразу в нескольких мастерских. Я просто взял за основу эту классическую архитектуру и размножил ее, сделав такой туннель. И убрав где-то наполнение, где-то орнамент. Накал страстей подчеркивают и откровенные наряды. Актрисы признаются, что под тяжестью кринолинов и лучами софитов худеют после каждой репетиции. Несмотря на утрату настоящей любви, в мюзикле много юмора. А закончится все, как в жизни. Анжела Брик, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга.